Для этих мужчин лето – горячая пора в буквальном смысле. А самые желанные температуры не ниже 220 градусов. Именно до такой отметки должна разогреться асфальтобетонная смесь, чтобы прочно и надежно лечь на дорогу. Ремонт улицы Дыбенко проходит четко по технологии. Сначала фрезерование, потом заливка битумной эмульсии и следом покрытие мелкозернистой смесью асфальта и бетона. Мелкозернистый – это то есть мелкая фракция щебня, то есть, как, грубо говоря, как песок. Вот. И для таких вот ямочных, карточных ремонтных работ предусмотрена вот такая смесь. Она как бы не требует просто перекрытия потом другими слоями. То есть ее можно укладывать в один слой, и все получается очень достойно, красиво. Ну и по срокам неплохо держится она. За ночь рабочие отремонтируют картами 400 квадратных метров. Всего в работе два участка – от революционной до третьего проезда и от советской армии до свободы. Общая протяженность – километр с небольшим. По программе «Безопасные и качественные дороги» на ремонт улицы Дыбенко выделен 21 миллион рублей. Данный участок был в аварийном состоянии, в плохом. Поэтому было принято решение провести ремонт картами. По программе «Безопасные и качественные дороги» у нас очень большой объем в этом году. Это на самом деле очень важно и полезно для нашего города. Всего по программе в Самаре отремонтируют 46 дорог. Автолюбители эту новость встречают радостно и с благодарностью. Он необходим, понимаете. И то, что вот делается ночью, это плюс. Потому что днем большие пробки, затрудняет движение. То есть ремонт, он как бы даже вот такой вот точный, он нужен. По крайней мере, вот советская армия отремонтирована, более-менее стала. Необходимо отметить, что в рамках муниципального контракта еще до ремонта дорожного полотна восстановили колодцы и ливневки. Все работы, если погодные условия будут благоприятными, планируется завершить к концу второй декады августа. Гарантия на ремонт большими картами – 2 года. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, «События».